На берегу реки Оки раскинулся небольшой городок. В простонародье эти места принято называть «маленькой Швейцарией». Кто-то проводит аналогию и сравнивает с Южной Баварией, но я спрашиваю, зачем сравнивать, когда это наше милое сердце частичка Подмосковья. Озеры. Такое уютное и оригинальное название, которое невольно вынуждает задумываться об отдыхе. Я свое путешествие начну с исследования окрестностей, а именно с древнего города Ростиславля. Находится он на территории Озерского района на правом берегу реки Оки. В настоящее время это удивительное место частично поросло лесом, но о том, что исчезнувший город, основанный в 1153 году князем Ростиславом Рязанским, существовал, свидетельствуют раскопки археологов. На территории городища ежегодно трудится экспедиция. Вот, кстати, и мы трудимся. Экспедиция Института археологии РАН. И, между прочим, в конце прошлого века указом президента Российской Федерации Ростиславль признан памятником культурного и исторического наследия федерального значения. Сознаюсь, человек я впечатлительный. И таинственные места навевают на меня легкий трепет. Испытываю волнение, вступая на землю с вековой историей. Тем более не секрет, что земля легендами полнится. Чтобы не додумывать, хотелось бы уточнить все подробности из первых уст, из краеведческих. Возможно, порадуют меня интереснейшими историческими фактами в самом городе Озеры. Это понтонный мост, ведущий в город Озеры через реку Ока. Между прочим, у него есть кинематографическое прошлое. Он был задействован в съемках знаменитого фильма «Три тополя на Плющихе». В озерах множество водоемов для купания и рыбалки. Основной водоем – река Ока. Город буквально утопает в зелени, приветствуя доброго путника кислородом. Здесь отдыхает душа и организм. Одно из древнейших зданий города Озеры – градообразующее предприятие «Суконная фабрика». В районе Окской поймы изначально была деревня Озерок или Озерки. По одной из версий, название свое она получила от множества небольших озер, которыми так щедро наградила природа эти края. Принадлежало местечко это в 17 столетии одному боярину, чья фамилия увековечена в романе Толстого. «С великой пышностью ехал на греческой колеснице напыщенный, с лицом раздавшимся в ширину боярин Шейн, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым азовским походом. За ним волокли полотнищами по земле 16 турецких знамен. Тот самый Шейн очень пригодился Петру Первому, за что и был награжден селением Озеры. Осмелюсь предположить, что никто не знает лучше про свои родные места, чем люди, которые работают в краеведческом музее. И в этом мы с вами убедимся прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай. Максим. Очень приятно. Очень приятно. Максим, пойдемте посмотрим, да. Вот я узнаю эти места. Буквально несколько, можно сказать, часов я был на том же месте, но только почему-то оно немножко здесь другое. Что это?
Ну, это, собственно, картина такая, экспозиция, которая была написана одним нашим художником-краеведом. Угу. Это его представление о том, как мог выглядеть Ростиславль в XII веке. То есть вот ландшафт узнаваемый, он практически не изменился. Один в один практически, да. Единственное, что холм покрыт крепостью, на нем стены крепостные. То есть получается, вот это был сам Ростиславль, да, это близлежащие села, а да? Это вот как посады, усадьбы какие-то. Усадьбы, да? Да, да, совершенно верно, правильно вы поняли. Ну, а расскажите подробно про этот город, про чудо-город, который исчез. И вот сейчас, я знаю, его возрождают, ну, в смысле раскопками, да? Да, археологическая экспедиция уже работает более 20 лет, с Академией наук российской. И основание города известно доподлинно по летописям. Скажем, в сравнении с Москвой мы можем предполагать, что когда-то она вот появилась, но первые упоминания, они такое, что вот 1147. Но по Ростиславлю известно, что он был в 1153-м именно построен. Uh-huh. Именно в лето этого года, которого упомянуто в летописях. То есть это ему сейчас 800? Ну, ровесник почти, 859. 9 лет, да. Ну и, конечно, хочется узнать историю самого города, где мы сейчас находимся, это озера, как он появился, с чего все начиналось, изначально что это было? Ну, есть на самом деле предположение, что после исчезновения того же самого Ростиславля часть населения переселилась на противоположный берег, к тому месту, где была деревня Озерок потом сложилась. Озерок, да? Озерок, да. Потом появилось село Озеры. И, город. Все-таки деревня Озерок связана название именно из-за того, что здесь местность преобладает вот много озер, или есть какая-то... Это, в основном это самая расхожая версия, связанная вот, гидроним такой. Uh-huh. Вот. А есть несколько иных еще версий. Давайте, других. Расскажите нам ну, про иные. К примеру, одна из версий была выдвинута краеведом Николаем Семеновичем Переязевым. Он сделал такую гипотезу и доказал ее, что якобы на этом месте, где сейчас наш город и была деревня, uh-huh. стоял дозорный пункт. А словообразование, если проследить, идет от слова «дозор», «обзор», «озорок» и так далее, по слову uh-huh. «озерок». Это был, собственно, сторожевой пункт Московской губернии, потому как на противоположном берегу Ростиславль охранял uh-huh. Рязанскую губернию, северные границы. Uh-huh. И чуть ниже по течению был еще городок Люблин. Угу. Вот. И он на таком своеобразном пересечении в подкове Оки в Излучине вот стоял дозорный пункт. Его вот предположение такое было. Каждый, даже самый маленький городок Подмосковья был связан с определенной промышленностью, да? То есть как деревни преобразовывались в города, да? Каким образом получилось здесь преобразоваться? Что произошло? Ну, первым делом нужно сказать, что собственно, в начале 18 века здесь происходят события такие, что богатые крестьяне, появилась некоторая возможность выкупа земли. Почему они были богаты? Откуда у них прибыль была? Ну, собственно, своими трудами какими-то. И самый интересный момент, что здесь часть земли, где находится деревня mm-hmm. Озерок, она принадлежала роду графов Скавронских. Вот. И графиня, последняя владелица, она, собственно, эту землю заложила в залог, да. И ее определенным образом могли крестьяне приобрести на некоторых условиях, скажем, там им давали возможность освободиться от помещика, угу. вот, могли взять эту землю в аренду, да? Да, и заплатить определенную часть денег в казну. И у некоторых крестьян были свободные средства, которые они часть земли могли приобрести, скажем, за своего товарища. Он мог mm-hmm. освободиться, а денег mm-hmm. за землю не мог взять. И земля, таким образом, у них кусок земли появился. Потом они построили там мануфактуру. Ну вот, то есть несколько там друзей, да, товарищей собралось? Ну это родственники да, да. Их основных две линии, это Щербакова и Моргунова. Моргуновы построили первыми мануфактуры на территории, скажем, деревни Озерок.
И ну вот мы с вами шли, я смотрю, переместились в зал боевой славы, да? Как здесь война прошла этими местами? Насколько здесь были ожесточенные бои? Ну, поводу боев здесь можно сказать следующее. Их было несколько, всего лишь несколько, и те воздушные. То есть Озера называют городом, обожженной войной. Потому как фронт проходил рядом, в Кашире были ближайшие места боев. Единственное, что здесь были большие работы по обустройству оборонительных сооружений, но боев как таковых, вот я повторяюсь, было несколько, и те воздушные только. Ну, то есть, в принципе, никаких разрушений особых не было? Бомбежка была, бомбежка да, была. Несомненно, бомбежка была, но не часто, не сильно, тем не менее, погибшие были, вот, бомбили фабрику. Хотел бы обратить внимание вот на эту картину, посмотрите, пожалуйста. Так. Может быть, она многим знакома, ее видели на открытке. Открытка с этим изображением разошлась по бывшему СССР миллионным экземплярам. Здесь больше видно, да? Да. Вот. Дело в том, что волей случая получилось так, что фотограф сфотографировал бойца, расписывающегося на Рейхстаге, а потом выяснилось, что это озерчанин. Вот так. Да, да, Михаил Филиппович Усачев. То есть вот такие герои были? Да, такие герои. На самом деле очень много экспонатов, и я думаю, что телезрителям нужно приехать именно сюда и увидеть все своими глазами, может даже и руками потрогать некоторые, да? Ну, есть, например, экспонат керамик, например, и можно, наверное, все-таки потрогать. Вот. Ну, надо ехать, одним надо словом. Надо ехать, смотреть все своими глазами. Куда же мы с вами еще можем отправиться в замечательном вашем городе? Ну, скорее, наверное, в районе есть у нас усадьба, в которой сохранилось хоть немного объектов, которые можно увидеть архитектурных. Это усадьба Сенницы, вот здесь вот стенд, на котором видны некоторые постройки, которые сохранились. Церковь Вознесения, там, скажем, хозяйский дом. Вот. Ну и, несомненно, конечно, он это является еще и природным памятником. Ух ты, как красиво, сколько нас всего ждет впереди-то, а? Да, ну, очень. Давайте туда поспешим, и там поспешим, все расскажете подробно. Все-таки на фотографии месте, хорошо, а на месте лучше. Да. Ведите. Усадьба Сенницы Озерского района – памятник архитектуры Подмосковья. Бывать тут стоит летом, так как зимой сложно пробираться сквозь снега, дабы увидеть всю эту красоту. Подъезжая по дороге, не сразу можно узреть это дивное место. Ориентир – храм. А я так понимаю, мы уже подъезжаем, да? Да, вот склон пошел вниз, видно первые здания. Вот село Сенницы, мы подъезжаем. А Сенницы звучит прям как от слова «сено». Ну, собственно, так и есть, угадали. Река? Есть, привязка к сену есть, несомненно. А-а-а. Дело в том, что эта территория раньше относилась к Ростиславльскому стану, была привязка к городу Ростиславль. Она имела тут такое некоторое стратегическое значение, потому как здесь в долине речки Синички было много хорошей сочной травы, ее здесь заготавливали, и вот такая, можно сказать, профессия сенников была. Они готовили это сено и поставляли дружине в Ростиславль. Как необычно вот произошло название, действительно. Да. Вознесенская церковь построена в 1707 году. Вознесенская церковь – памятник Петровской эпохи. Кирпичный храм воздвигнут по заказу братьев Гагариных. Скажите, а в чем уникальность этого храма? Какая история с ним связана, может быть, интересная? Ну, прежде всего, для нас, вот для озерчан, уникальность его состоит в том, что это один из самых древнейших храмов, сохранившихся вот почти в первозданном виде со времен его постройки. То есть три года назад, 300 лет исполнилось. То есть снаружи вот так он и был? Единственное, что вот эти притворы были пристроены в конце 19-го, начало 20-го века, вот эти крылья. А так, вот так и архитектура его очень редкая. Архитектура редкая. Вот. Внутри храма еще сохранились фрески. Вот. И что интересно, напротив
алтаря, чуть-чуть выше, находится балкон для хора. Угу. То есть звук от хорового пения идет в алтарь и возвращается обратно вот к верующим. Я думаю, стоит отправиться тогда на усадьбу. На усадьбу, да? Да, пойдемте, очень Давайте. Интересно. Сенницы расположены на одноименной реке. Когда-то давно, с конца 16 века, они принадлежали роду Гагариных. Я так понимаю, вот она и есть, да, эта синичка речка? Да, вот она течет, очень прозрачная вода. Можно сказать, что она полностью питается родниками. Холодная, чистая вода. То есть, синичка. В принципе, ее можно практически пить, можно сказать бы, да? Ну, так, условно. В верховьях, наверное, да. Вверху по реке мы увидим те самые знаменитые каскады озер, да? Да. Озер прудов здесь есть. Позже здесь обустраивался другой знаменитый род – Голицыных. Он строил хоромы и различные хозяйственные постройки. При нем разбили сады и обустроили пруды с рыбными ловлями. Пруд – искусственный водоем для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы для санитарных и спортивных потребностей. Для обозначения подобного водоема в различных регионах страны используются также слова «запруда» как для самого водоема, так и для образовавшейся его плотины. Бочаг – от древнерусского «бча» – сосуд, бочка. Локальное расширение и углубление русла небольшой реки, озера, болота. Ставок – произошедшее от слова «стоячая» – вода. Употребляется в Ростовской области. Скажите, вот этот островок, это вот в современности образовался или это тоже исторический? Ну, остров тоже, да, можно сказать, исторический. Издавна он здесь был. Известно, что на нем была, стояла даже беседка. Угу. Он был так называемый чайный остров. К нему на лодочках подплывали. То есть были чайные домики, оказывается, да. Были еще и чайные острова. Чайные острова с чайными беседками. Ну, люди отдыхали, владельцы последние. Вот он. Опа. Вот не ядовитая, да, история? Нет, не ядовитая, это уж самый настоящий, довольно крупный, я бы сказал. И я здесь его даже погладил. Их здесь очень много. Они в изобилии, сейчас у них, можно сказать, такой брачный период. Ну, я знаю, самка ужа, по-моему, при потомстве может укусить больно может достаточно. Быть, да. Но не ядом, а вот прихватить. Зубы. Лягушки глотают легко, вот. Угу. Рыбы питаются лягушками. Ну, это самая, как бы можно сказать, ужасная рептилия, в кавычках, которая может здесь встретиться. С ядовитого нет, ничего нет. Есть гадюки. Есть. Гадюки есть в Нагорной Дубраве. Я уже расстроился, на самом деле. И это-то счастье в руки-то не возьму. Ну, вот ощутим некоторый запах, не совсем приятный. То есть железы выделяют этот запах. Ну, животина перепугана, надо, наверное, скорее отпустить. Ну, давай, ползи, красавец. А вот это здание, это часть архитектурного ансамбля усадьбы? Да, это тоже такая часть ансамбля, конечно. Здесь находилась мельница, жернова остались. Uh-huh. Вот, паровые котлы здесь, которые снабжали водой горячий усадебный дом. И генератор, электрогенератор стоял здесь, электричество вырабатывалось. Старая водяная мельница, точнее то, что от нее осталось, производит удивительное впечатление. А вот этот вот, я даже не знаю, что это такое? Ну, это жернова, так называемые, мельничные. Здесь вот они, механизмы, я вижу. Механизмы, да. Вот эти диски каменные лежат, жернова, то есть они вот сохранились. Ну вот, здание
оставшееся, единственное, такое крупное даже. Жилой дом. Здесь люди живут. Удивительно, но факт. Да. Летом. Это только, реально, да. Удивительно. Там даже знак висит, там 42, что ли, номер какой-то. Я думал, осторожно, люди. Не-не-не, вот номер дома там висит. При келлерах, следующих владельцах усадьбы, здесь был рассвет. На рубеже 19-20 веков построили новый дом в английском стиле с готическими окнами, башнями и каменными террасами. Помещения украшали богатые коллекции живописи, монет, оружия. Была собрана внушительная библиотека. Тогда же была построена электростанция, и в начале прошлого века вся усадьба была электрифицирована. Это одна из построек, принадлежавшая последнему владельцу его усадьбе, граф Келлер. Вот. Это не основной усадебный дом. Вот здесь прислуга жила, кухня была. Вот. А, к сожалению, основной усадебный дом он сгорел. Вот. От него руины остались заросшие. Вот. Ну, прежде всего, это герой русско-японской войны, погибший и похороненный здесь, усыпальница семейной. Вот. Ну, Мы потом сможем да, посмотреть. Погиб он в Маньчжурии. Вот, и был привезен сюда остатки. Всегда интересно, а кто же из именитых людей бывал в этой усадьбе? Вот такие, может быть, там, Пушкин, может, бывал здесь. Вот вообще, усадьба, кого видела усадьба именитых? По соседству есть здесь усадьба Дулебина. Там проживал писатель Дмитрий Васильевич Григорович. Многие его знают по произведению «Гуттаперчевый мальчик». Угу. Он приезжал сюда, к графу Вельгорскому, здесь они общались. Даже в его литературных воспоминаниях Григоровича есть описание его приезда сюда, в Сенец. Как он здесь был и видел, как Вельгорский со своими там домочадцами и прислугой собирали липовый цвет. Здесь липовые аллеи большие еще остались. Ух ты! Да, глубоко. Да. То есть вот усыпальница. Вот так она и выглядела, да? Ну, конечно, доподлинно, наверняка здесь еще что-то были, какие-то лесенки или еще что-то. Ну. То есть здесь, получается, три человека были, да? Да, захоронены. И искали ценности, потому что Келлер был похоронен с наградным оружием, сабля с драгоценными камнями, вот, дочь его с диадемой на груди у нее лежала, и, видимо, тоже по каким-то, ну, охотники, они всегда за этим есть. Ну, разграбили все, и останки... Неизвестно, где штука. Предположение есть, что останки Келлера на дне одного из прудов находятся, вот, были выброшены туда. И второе предположение... Якобы одна бабушка их нашла, собрала и похоронила. Вот и так и будем думать. Вот. Но до последнего дня своей жизни она никому не говорила, дабы чтобы подобных вещей не повторялось. То есть захоронение было сделано, земле предано. Ну, вот, да. Ну, идемте дальше, прогуляемся по усадьбе. Да. Для любителей активного и пассивного отдыха Озеры – идеальный город. На водоемах можно и спиннинг покидать, и просто с удочкой посидеть в тихой заводе. Ловится плотва, омуль, окунь, щука, а в небольших водоемах вдоль Оки встречается карась. Ну а я хочу отметить, что затраты на путешествие по городу Озеры и его окрестностям будут минимальны, и в основном это транспортные расходы. И, конечно, хочу обратиться к вам, дорогие телезрители, с просьбой не забывать заходить на наш сайт www.mosobltv.ru. Ну, что хочется сказать. Спасибо большое за такую обзорную, действительно очень красивую, интересную экскурсию. Вам спасибо, надеюсь, было интересно. Да. Вашим зрителям тем более. Да. А зрителям хочу сказать, мы с вами сегодня открыли еще одно очень интересное подмосковное место. А их еще ого-го как много. Встретимся через неделю.